Бетонные плиты, поваленные дорожные знаки, разрытый котлован, песок и грязь. Именно такую картину вот уже несколько недель можно наблюдать на пересечении улиц Пронина и Ульяновской. Здесь работали специалисты Ульяновск-облводоканала. Работа выполнена, а вот восстанавливать прежний вид улицы ресурсники не очень-то и торопятся. Водоканал, у вас очень много мероприятий идет, очень много нареканий идет. У вас проспект Димитрова вместе с энергогенерацией раскопанной стоит уже месяц, наверное. Там уже произошло частичное обрушение асфальтового покрытия, автодорожного полотна. Все мероприятия ведутся. Непонятно. Улица Ульяновская, Пронина. Сдвинули грунт, раскопан котлован, до сих пор не закопан. Не понимаю, куда дальше. Не ограждено, ничего. И это лишь малая часть тех территорий, которые после раскопок ресурсников в Димитровграде так и остались необлагороженными. По словам представителей организации, с сегодняшнего дня подрядчики приступили к восстановительным работам. Параллельно подрядчик также занимается благоустройством. То есть там же и дорогу мыли, и ветки вывозили. Много уже мероприятий делали. То есть сроки есть. Если говорить о сроках, то на одном из объектов они уже давно вышли. Это территория аллеи журналистов. Здесь уже на протяжении нескольких месяцев не могут полностью восстановить территорию, которая ранее была благоустроена в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Тема благоустройства этой территории на заседании штаба поднимается еженедельно, но актуальности никак не теряет. Мелкие недоработки как были, так и есть. Также поднимался вопрос о благоустройстве участка после аварийных раскопок на проспекте Димитрова 8А. Почти месяц назад здесь устраняли порыв трубы, но привести в нормальный вид также не спешат. Устранить замечание было поручено в течение 3 дней. Осуществлять контроль за выполнением работ поручено комитету по ЖКК.